Больная тема. О, Русь. О, Русь. Конечно, хотелось бы видеть немножко других людей. Я понимаю, что это делается не через одно поколение. Да, вот этот институт формирования личности, он у нас пока на нижнем уровне. Опять же, все специалисты, которые интересны здесь, они также интересны и на Западе, и, как правило, их забирают. Лучших забирают всегда. Лучших вообще забирают Бог к себе изначально. Все дети, не дожившие там. В общем, чем лучше человек, тем раньше он уходит. Поэтому мы живем уже среди, так сказать, остатков. Остатков нашего бытия. Вот. Хотелось бы видеть Россию с высоко поднятой головой, не сгорделиво, а уверенно идущей вперед, которая заботилась бы о своих гражданах социальными какими-то программами и так далее, какими-то, может быть, увеличением зарплаты хотя бы, как минимум. Удобством города, передвижения и так далее. Понимаешь, что это сейчас все делается, но это делается так. Так, тут мы выделили денег, а как там доходят они, уже никого не интересует. Ну, типа, главное, чтобы деньги там галочку поставили, отдали. Что, куда пришло, зачем, почему и куда ушло, никто уже об этом не думает. Главное, что из бюджета ушло, вот. Вот, осело где-то, ну и заскрипело где-то. Не знаю, потеплее бы сделали бы у нас в Москве. В Москве, да вообще по всей России, в северных регионах особенно. Было бы здорово. Обогреватели, что ли, купили бы.